Рядом со мной находится еще один экспонат выставки Free Wi-Fi Григория Сельского. Это первый спиннер, который был найден на археологических раскопках в Египте. Григорий Сельский представляет свою фантазию о том, что останется потомкам после нас. Какие артефакты современности станут свидетельством нашей жизни и что они смогут рассказать? И главное, насколько правдиво? Вдруг самый популярный гаджет 2017 года уже давно был изобретен человечеством? А как вы думали? Ведь стресс надо было снимать всегда.